А скажите, что здесь будет строить? Это нужно спрашивать ну, а тех, что? Кто заказывает. Ну, вас-то что, лекарь, спросить трудно, что ли? Забор, видите забор? Ну, вот дальше забор и строю. Ну, прямо как такая тайна великая. Нет, не тайна. Ну, так чего не спросить? А да. Что с качелькой будет дальше? С качелькой? Насколько я знаю, вот сюда депутаты ее переносят. Подальше от дороги. История с детской площадкой на улице Ноздрина близится к своему завершению. В пятницу рабочие приступили к возведению ограждения будущей стройки. Забор проходит ровно посередине детской качели. Цитирую работника строительства, так решили депутаты. И в этот же день в нашу редакцию пришел официальный ответ из городской администрации. Запрос мы отправляли еще в понедельник. Хотя официальный – слишком сильное слово. Ни шапки городской мэрии, ни подписи в бумаге нет. Зато есть сведения о том, что в аренде участок площадью 206 квадратных метров с 2011 года. Арендатор ООО «Торговая компания Альянс» платит исправно. Претензий к нему нет. Пусть строит, что хочет. И снос зеленых насаждений полностью согласован с управлением благоустройства. А вот качели небезопасны для детей. И их решено поместить между домами 32 и 34. Туда же площадку пытались перенести год назад, но жители не позволили. Теперь, после сентябрьских выборов, проблемы недовольный электорат не представляет. Кстати, в этой же отписке от городских властей есть любопытный пункт. Оказывается, застройщик уже согласовал с управляющими компаниями домов на Ноздрина перенос контейнерной площадки. Правда, с местом пока не определились. А еще торговая компания «Альянс» гарантирует, что перед началом строительства будет организована временная дублирующая дорога для проезда автотранспорта к домам 32 и 34 по улице Ноздрина. А после окончания работ обязуется восстановить часть существующей дороги, которую повредит строительная техника.